Сегодня в Черкесске отметили 94-ю годовщину со дня образования воздушно-десантных войск. В парке «Зеленый остров» на аллее боевой славы собрались десантники Карачаева-Черкесии. Дарья Тендит продолжит тему. В тельняшках, беретах и с флагами ВДВ десантников ни с кем не перепутаешь. Для них этот день – настоящее торжество. Десантники стали собираться заранее, еще до начала праздника, чтобы увидеться и пообщаться, вспомнить былое и зарядиться духом братства и единства. В этот день бойцы получают поздравления от товарищей, родных и близких. Назир Далаев отмечает праздник в окружении сослуживцев уже на протяжении 39 лет. Так трогательно, очень трогательно. Очень жду этого дня, потому что он особый день в моей жизни. Вот собираемся, празднуем, друг с другом постоянно в контакте, общаемся. То есть стараемся быть такими же мобильными, как в свои 18-20 лет. Ветераны ВДВ Республики возложили цветы к памятнику героя Советского Союза Василию Маргелову. Крылатая пехота играет важную роль в обеспечении безопасности государства. Воины-десантники всегда с честью выполняют свой служебный долг, демонстрируя стойкость и мужество. От имени главы республики со словами поздравления к присутствующим обратился Марат Хубиев. Служба в воздушно-десантных войсках всегда была делом благородным и почетным. Не случайно воздушную пехоту всегда называли элитой вооруженных сил Российской Федерации. Многие солдаты, офицеры, десантники внесли исторические страницы в героическую летопись нашей страны. Воины-десантники сегодня, проявляя героизм, выполняют специальные военные задачи специальной военной операции. Слава и честь им за это! Вручение наград от Союза десантников Республики стало кульминацией мероприятия. Медали за службу ВДВ получили как ветераны, так и молодые десантники, служащие во благо страны. Их лица светились гордостью. Для Асиа Джадоевой это особый день. Ее отец служил в воздушно-десантных войсках и был причастен к братству голубых беретов. Ася пошла по его стопам. Девушку наградили почетным знаком юного парашютиста. Отец был для меня примером для подражания. Из-за этого мне очень стало интересно эта деятельность. И я открыла для себя такую вещь, как штаб поста номер один, с которым и после поехала на прыжки с парашютами в этом году. Совершила прыжок, и вот я сейчас здесь стою. Поздравляю всех причастных с этим замечательным праздником. Слова благодарности и признательности звучали на протяжении всего мероприятия. Завершилось торжество совместным фото на память. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.